Рэперы из группы Дагуда Джаз к весне заметно активизировались. Мы говорили, что один из ребят пишет дуэт с исполнителем Джахалибом, а другой на прошлой неделе представил свой сольный альбом. Теперь же стал известен гастрольный график мастеров речитатива. В середине марта парни отправляются в Поднебесную. 17 числа трио выступит в городе Шанхай, а уже на следующий день с творчеством казахстанских рэперов познакомятся жители столицы Китая. Напомним, что в конце прошлого года парни с концертами побывали в нескольких городах России. Теперь же на очереди другая соседняя держава.